Мария Аронова тоже плохо училась в школе, но избирательно. Будущая актриса с детства поняла, что она гуманитарий, творческий человек, поэтому точные науки Маша практически игнорировала. Самыми страшными предметами для нее были физика и физкультура, а вот по литературе и русскому языку Аронова училась на отлично. Кстати, родители Маши лояльно относились к ее двойкам. Они считали, что главное – вырасти дочь порядочным человеком, а не заставлять ее корпеть над учебниками. Как мама, не преследуй своего ребенка в том, чтобы он приносил обязательно хорошие оценки. Золотые слова. Вот и Аронова во всем, что не касалось учебы, была в первых рядах. Участвовала в самодеятельности. Выступала на сцене в школьных постановках и конкурсах чтецов. Она часто защищала честь школы на подобных мероприятиях. И педагоги закрывали глаза на ее плохую успеваемость. В итоге Мария Аронова выросла в талантливейшую актрису. Ну, кому в спорте быть первым, кому в математике, а кому и в искусстве. Самое важное – понимать, кто ты.